Колесо, да. Thank you.
Есть, да? А, здесь завтра нет. Нет, нет, я здесь не живу. Что, заглянуть? До какого часа? Все, понял, спасибо. А что, здесь свет можно купить завтра? Ага. А, я не знаю. Хорошо, спасибо. Не, я не один просто. Нет, меня там не ждут, я сейчас подойду. Спасибо. А, ну, хорошо. Like I've been playing around, walking around.
Там, короче, завтрак 1500 стоит. Можно заглянуть, там завтрак 1500 стоит. Ну, без устриц. Ну и хороший завтрак. До 11 завтрак идет здесь. Я не знаю, ну, смотря что. Он говорит, посмотрите, а что там, салаты? Нет, салаты. Как бы он говорит, что здесь супы. Он говорит, что завтрак с супами, что ли? Вот это... А вы не подскажете, а вот это вот, это завтрак с супами, что ли? А, это каша. А, вы позволите? Алла, сос есть шампанское? Секует. Ну то есть вот. Здравствуйте. До 11, а потом час перерыва. Потом ресторан будет закрыт. Ну, 12 ресторан будет. Какая разница? Пошли. Пошли давай, побыстрее. Ну, короче, я просто люблю завтраки, чтобы было окей. Я начал в этом не очень стеснять. Хуюсь, лосось. Там одна колбаса, это же все еще. Ну, понятно, поэтому говорю, надо можно в ресторан лучше, когда ты сама да, выбираешь, да, что да. ты хочешь есть. Я люблю рыбу, а там из рыбы я не люблю. Смотри, как интересно сделано. Во-первых, из простой доски. Это не террасная доска. И фонарики вставлены, и загорожены дешево. А вечером прикольно здесь будет. Да, хотя вот так в доме не делаешь, чтобы глаза бить. Красивый пойдем. Пойдем по аллее, да.
Доброе утро! Не возражайте? Во сколько вы откроетесь, не знаете? Во сколько вы откроетесь сегодня? А, в 11? А. Ну уже скоро. Закрыто, куда ты лезешь? Для нерусских вот здесь крестик стоит. Она из Германии, она же не русская. Правильно? Иди смотри. 1500, иди сюда. Вот куда надо ехать, слышишь? Ира, вот. 1500, 3 часа. Ребенку 900 рублей. И не надо на залив ехать. 3 часа тебе, куда тебе больше? Послушай, сейчас он в 11 открывает, никого нету. Ты в России, ты не забывай. Потому все едут в Россию. Если бы все было так хорошо, все бы в Германию перлись, а так все сюда едут. Не капризничай. Понимаешь? Капризка. Это ты капризничаешь. Дорого капризка. Ей. Воду покупать по 100 рублей недорого. Да. Так это же Германия, а не Россия, ты пойми. Жопу с яйцами сравнивать, как можно? А это что за... О, реставрируют. Ну, не знаю, что здесь. Интересная насадка, я не думал. На болгарку одел и шкурь. А я одеваю на эту сам, на машинку и шкурю, как дурак. Вон как надо делать. Молодец. А это что такое, как палатки? Корона, антисептик. Что это такое? Ну, прочитай, там по-русски же написано. Шестер, да? Туалет там и туалет там, имей в виду. Что тебе, когда тебе приспичит, а тебе приспичит. А я уже сходила. А, в кустике. Оля, да. В Германии ты увидишь много негров нехороших, а здесь ни одного. Здесь будут одни русские. Тоже не очень хорошо, но это лучше, чем черножопами любоваться. Бери два, мы никому не скажем. Бери два, мы никому не скажем. Заказ в куполе. Это любимая фраза русских. Бери два, мы никому не скажем, что ты 5 взял. Я не знаю, ты в веревочный парк хочешь пойти? А, я думала, там динозавры. Этого, кстати, не было. Это... Красиво. Отлично, из пластмассы, из говна и палок построили. Как красиво. Вот твой вкус, Ира, вот он вкус. Вот он, вот задумайся. То, что из пластмассы тебе нравится, а дерево могли бы сделать гораздо интереснее. Сделали по дешняку. Здесь что-то из пластмассы не стали делать. Ну да. Вот, кстати, ну, наверное, Андрея не стали здесь лазить. Здесь травматично для нее будет. Ну, а в лес прятаться не хотел. Он был маленький был. 7 лет назад. Вот это пластмассы налепили, дурачки. Как говорится, people have it. Да, там маршруты.
Вот посмотри, как Россия от санкций задыхается. Пока там эти бедолаги воюют и ходят по демонстрациям. И смотрят телевизор не русский. Там уже приватная территория, куда-то попёрлась-то. Вот иди сюда. Вот я строил дом по типу такого. Вот ты скажешь, что-то он не похож. Потому что нарушены пропорции. Пропорции, все пропорции. А, высота кровли нарушена, фронтона. У меня он сделали, мы побоялись так делать, мы сделали более такой острую, понимаешь? И все остальное. А высота цоколя нарушена, у меня он более высокий. Понимаешь? А внутренняя планировка такая же. Сколько здесь стоит, да? Был 100 евро, сейчас подороже, я думаю, там больше 200. Ну, это нормально. Восьмером, да? Две семьи, например, две машины. Ну, здесь две спальни. Здесь две спальни, надо это иметь в виду. Угу. Ну что, здесь проснулся, в ресторан, в бассейн. Да, в 11 утра в бассейн. Здесь некоторые люди годами живут. И дача не нужна какая-то там. Здесь все одинаковые домики. Ну, посмотри, где умные финны, куда приезжают отдыхать. Умные финны. Ну, это, конечно, не финны, но все равно. Те, у кого мозги есть. Сейчас зайдем в баню. Там будет конечно красиво. Алло, добрый день. Ну, любой день, включая субботу, воскресенье, поэтому какой день вам удобно, вы сообщите этот день. Единственное, что мы приезжаем всегда к 10 утра, то есть мы с утра начинаем работать всегда. Пожалуйста, если что, да, перезвоните, да. Хорошо. Да, пожалуйста, да. Да. Ну, пожалуйста, как хотите, да. Хорошо. Я вас записываю на понедельник. Вот номер телефона для связи. Потому что мы обязательно перезваниваем, прежде чем приехать. Вот по этому номеру можно звонить или нет? Так, сейчас, секундочку. Запиши телефон. Телефон запиши. Сейчас, секунду. Записываю. Потом по этой аллейке пройдем туда.
А? У кого есть деньги, ты идут завтракать туда, да? Если не меньше денег, ты завтракать дома, да? Ну, уже дома, кто-то любит дома это готовить. Завтракать именно где-то. Сможешь заказать здесь, тебе стол здесь накроют, какая разница тебе. И обед, и все, что хочешь. Все в одном стиле? Да, это очень важно. Вот видишь, когда все в одном стиле прекрасно, да? Которые успокаивают. Да, да, да. И, да. Нету вот и сочетается такого, с природой. Кроме детских площадок, ярких пятен, да? Да, да, да. Ну, кроме этого пластика дебильного, который мы увидели. Ну, это вообще. Ну, могли бы что-то. Ну, могли бы что-то из дерева. А что, детям говно надо подсовывать? О, нифига себе. Не жили бы ярко. Надо воспитывать вкус человека с детства. Не пластмассовыми изделиями. Говорится, что ли? Здесь чем хороша высокая цена? Это же, ты же пойми, это весь занавес. Контроль. Да, здесь не будет всякой шелупони, всяких там иммигрантов, этой всякой хуйни здесь. Что, дурак, что ли, по-твоему? Я что, богатый? Вон здесь баня. Чем меньше, как говорят. Я не хочу здесь со всякой хернёй, понимаешь, за столом сидеть, либо жить с придурками всякими. Конечно, здесь правильно они сделали. Я буду смотреть на рожи нерусские за соседним столом, правильно? Так что ли? Да. Видишь, уже новый эксид. Бентли. Нет, ничего. А кто их не любит? И что дальше?
Не вижу логики. И почему не любят это? Кого? Сейчас китаёзов. Какая разница, кого любить? Это же потребительское отношение. Надо брать все самое лучшее, да и все. А кто кому что принадлежит, фиолетово для большинства людей. А собака невоспитанная у них, она не должна... Как невоспитанная? Выбегать от тебя. Мы не специалисты в этой области, чтобы рассуждать о воспитанности собак. Ты не согласна? То, что ты видела где-то в Германии забитые люди, забитые собаки сидят, это не значит, что так и надо. Понимаешь? Тут кто как, я не знаю. В каждой стране свои. Приколы, наверное. Хер их знает. Это китайская какая-то. Доброе утро. Вы знаете, скажу честно, я пришел не в баню полюбоваться на инсталляцию. Вы не возражаете? Скажите, она обновлялась или я это уже видел? Она так прекрасна, что мне кажется, она новая как будто бы. Периодически обновляется, да. Я был последний раз зимой. Не помню? Ну, неважно. Я люблю просто эти вещи. Я посмотрю, хорошо? Спасибо. Смотри, вот эта вещь какая-то. Продается все. Вот. Обрати внимание, красные эти самые, как будто бы от клёна носики. Венички. Но это они есть. Ну, они красного цвета, что ли? Доброе утро. Они просто покрашены. Покрашены? Свеклой. Да? Я не знаю. Ну, может, ну, может для быть. Для цвета. Декора, да. Может быть. Ну, шапки какие продаются, смотри. Интересно. Да, интересно, стенками сделаем. Да. Спасибо большое. Пойдем дальше погуляем. Хорошо, спасибо, задаем. Да я уже брал, господи. Куда ты может, яблоко шапаешь? Можно тоже по кварку. Да, да, отлично. Вот это интересно. Смотри, как вырезано вот это, да? Интересно. Шапульки, игрушки, крабики. Здесь букетики такие. Смотри, как красиво. До деталей, да, продумано все. Спасибо. До свидания. Да, до свидания. Так удобно ходить летом. Эти травы, эти так красивые. Ну все, мои торшеры бы, да, подошли бы, и лампы. Вообще клево. Смотрите. На почту им выслать фотографии, не хотите приобрести? Вот ты понимаешь, да, 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 вот я тебе об этом и говорю. Вот дома, да? Да. Самопал и дизайнер. Это разные вещи.
Человек имеет образование и опытность, да, и насмотренность, самое главное в жизни, что нам нужно. Мы занимаемся насмотренностью. Образование zero. Там тоже кулинарная студия. Мы сейчас туда пойдем. Пошли. Она закрыта, пошли, я тебе сказал. Ну это колхоз, что ты хватаешь? Тебе в качестве вежливости сказали. Ты же не в Германии. Где это пожрать приезжают? Тебе просто предложили амбьянс создать, понимаешь, атмосферу. Дайте мне яблоко. Ужас какой. Да ну тебя в баню, такой совок. Господи. При чем здесь это-то? Ну при чем здесь это? Мы сейчас там по ресторанам пройдем, посмотрим. Мне не нравится здесь. Бабы так смотрят на тебя. Они обыкновенно смотрят. Обыкновенно. Это у тебя это представление какое-то. Торф. Торфяная вода. Блять. Надо было сюда вечером приехать. Когда завтрак посмотрела, я всегда мечтала здесь на завтраке побывать. А смотри, Виктория, это что ли, а? Она из Испании ходит, на зачем она завтрак идет, если они такие плохие? Вот новые, вот эти дома по полтиннику были раньше, сейчас дороже. Вот я тебе о них говорю, они такие простые как бы. А вон те апартаменты, их недавно построили. Вон ту сторону тебе показываю, как ты смотришь, вон те. Только построили? Да. По полтиннику. Thank you.
Выезд где здесь, ты подскажете? Где выезд? Да?
Здравствуйте. Добрый день. А вы не подскажете, вы до скольки сегодня будете работать? Сразу 7, да? Ты немножко что было бронировать или что-то такое? Это в этом есть необходимость или нет? Как правило. Ну, могу вам подсказать, как я сегодня подписаться. А, ну хорошо. Слушайте, а вот можно на террасу не покажете, как сейчас выглядит у вас? Да, можно. Смотрите. Здрасте. А, ну да, да, да. А что, второй этаж сейчас сделали? Второй этаж, да. Там открытая терраса на втором этаже или помещение? На втором этаже нет пока. А, то есть папа, здесь вот через пленку, да. В том числе, да? Кушаем, папа. А, и... Это пирс. То есть, на, ну, либо на пирсе, да? Да, ага. На пирсе можно прогуляться, пока его не открыли. А, я понял. Я помню, там мне что-то показал, почему я попросил посмотреть, по-моему, а была ли пленка натянута? Не помните? Сложно сказать. Не-не, вот здесь. Мне казалось, в том году не было, что ли? Такая? Была, да? Да. Я даже забыл, а не помню. Ну ладно, мне показалось, что ее нету. Так, а пирс откроется позже. Ну, что без пленки, я имею в виду. Хорошо. Ну ладно, спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. У вас есть отдельный как визитка или нет? Скажите, пожалуйста, при бронировании, как правильно сказать, ну где разместиться? Ну, допустим, на террасе, да, можно сказать? Или это не имеет значения? Ага. Хорошо, спасибо. Нет, вообще, наверное, я хочу позвонить, я решать не буду. Я брал. Спасибо. Да, взаимно. Ты что сидишь там? Я уже в ресторане был, там все посмотрел. Там терраса, там все такое. Идем вместе. Не, я уже был. Чем там должно быть? Я пойду вокруг обойду. Хорошо, очень интересно. Там нужно пройти туда дальше.
А мне-то что с этого? Детский смех там крутой. Я сидела с мишариков в лесу смотрела.